помним, горящие ребята тоже могут причинять вред. Так, я надеюсь, я завоевал все ваше внимание. Теперь главное поддерживать такой момент, чтобы китайцы они не трогали. Трогать они, по идее, его не должны, потому что я им лопанул каждому по одной пуле. То есть их внимание полностью приковано к Себастьяну. Давай еще один кружок, и мы откроем эту дверь. Чертов ты китаец, давай быстрее. Урод. Придется еще круг делать. И вот мы вниз. У нас даже остались патроны на пробой. Сейчас мы сделаем еще флешек. Они здесь, оказывается, лучшие друзья. Потому что нужно тянуть время. Все, теперь начинаем тянуть время. Просто носимся во все стороны. Стараемся не получить пиздюли. Надеемся, что к нам никто не упадет. Он ведь должен был ослепнуть, но он не ослеп по каким-то причинам, что тоже является багом. Вот опять двое ослепли, один нет. Это ненормально. Блять, давай быстрее, дружище, ты издеваешься надо мной? Sebastian, let's go. Looks like we're out. Ну, в общем-то, вот мы и выбрались. Таким незамысловатым образом, конечно, не хотелось проходить этот момент именно вот так, но просто сама сложность, Акуму, эта сложность нелепая. Мы не можем продолжать в этом месте. Я думаю, мы должны выйти из этого места как быстро, как мы можем. Что насчет тауэра там? Мы можем получить лей земли. Что-то должно быть лучше, чем остаться здесь. Вот, сама Акуму сложность нелепа. И моя основная ошибка в том, что я пытался пройти... Так как я все прохожу, убивая всех. А на нелепой сложности, к сожалению, тоже нужно вести себя немножко нелепо. Поэтому надо было просто тянуть время и как долбоеб бегать по всей комнате от них. Просто вот таким вот образом. К сожалению... Сразу я решил этого не делать, но посмотрел, как проходят другие. Все проходят этот момент именно вот так. И меня немножко вот бомбануло тоже из-за этого, что по-нормальному, четко и адекватно его не пройти. Пришлось подыграть этой сложности и вести себя как дурачок. Чего мне очень не хотелось. Ну что, это видео было для тех, кто смотрел мой... стрим ночью, вот с вечера, которая плавно перешла в ночь. Сейчас мы сохранимся, ну и в общем-то продолжим уже на следующем стриме вот с этого места. А момент мы, слава тебе Господи, прошли, причем это где-то третья или четвертая попытка, то есть не так много времени я на это сейчас и убил. Вот.
Оказывается, если знать, что делать, в принципе, не так оно и сложно. Все, еще раз отдельное спасибо всем, кто ночью не пошел спать, кто сидел до последнего и надеялся, что я эту херню пройду. Ну, в общем, я прошел ее сейчас. Решил уже на стриме вас не мучить и вне стрима доиграть. И просто сейчас я вам выложу видос, вы посмотрите. Надеюсь, кому будет интересно. Вот, тогда до следующего стрима. Всего доброго.